Вчера на одном из центральных каналов в эфир вышел фильм о деятельности в России одной из экстремистских организаций, которая работала и в Анапе. Сторонники группировки в Анапе планировали поджог трансформаторной подстанции, убийство бездомных и даже массовый расстрел в одной из школ. Последнее событие должно было произойти 11 мая. Но работникам ФСБ удалось обезвредить ряд этих экстремистских ячеек в стране. Сейчас три анапчанина дают признательные показания. Также придерживался идеями национал-социализма, национализма, рекомендациями Егора, хотел совершить массовое убийство 11 мая. Причем в особо изощренной форме. При этом связав девочек, чтобы они смотрели за убийством. В конце всего этого совершил бы массовое убийство, самоубийство, порезав себе вены.